сердцем. Эти люди помогли нам, каждый растащил по капельке этого горя, и нам досталось не так больно, как могло бы, потому что такие вещи, они могут вообще человека сразить на месте. Я восхищен и не перестаю удивляться, сколько сострадания к чужому горю могут проявить люди, которые тебя даже в целом-то и не знают. В обществе была большая волна позитива, сострадания, желания помочь. Может быть, поэтому большое огорчение и разочарование людей в разных негативных вещах, которые происходят в нашей жизни, еще раз подтолкнуло их к такому милосердию. Я искренне благодарен, и мое сердце порой до слез переполняет чувство благодарности к этим прекрасным людям, которые действительно, проживая эту жизнь по Божьим законам, в одном медресе полностью прочитали Коран. Да, люди молились в православной церкви, даже на Тибете помолились. И все-таки это наша основная человеческая задача. Мы не должны пропасть. Сейчас мы видим, что в мире происходит очень много тяжелых вещей. Исторически сложилось так, что молодые люди в расцвете сил, уходя из этой жизни, своим уходом показывали новые ориентиры, потому что тот шок и недоумение, которые вызывают такие события, они заставляют людей переосмысливать свою жизнь. Очень важно для тех, кто остался, осмыслить и понять, почему появляются такие люди на земле и почему они уходят так рано. Когда образ человека поселяется в сердцах людей, то этот человек жив. Все, о чем я говорил до этого, характеризуя Сафара, было не желанием отца показать, что вот какой у меня был сын. Для меня он даже не земной человек, он ангел. Он и был ангелом в нашей жизни. Мы всегда знали, что в нашей семье появился чудо-ребенок. Человек, который одним своим образом может согреть, одним своим природным магнетизмом может согреть сердце. Мне повезло в этой жизни увидеть настоящего человека. Настоящего человека, который даже своим уходом согрел множество сердец. Возможно, в этом его предназначение и было. Я хочу поблагодарить Всевышнего за то, что дал возможность 25 лет видеть этого человека, этого удивительного человека. И я хочу сейчас обратиться к Сафару. Я хочу тебе сказать спасибо, сын. Я хочу поблагодарить тебя, сынок, за то, что ты показал мне, что есть на свете настоящие люди. Люди цельные, неразрываемые внутренними противоречиями. В главных вещах. Ты научил меня любить. Ты научил меня дружить. Ты научил меня ценить людей. Ты научил меня прощать людей. Ты показал, как человек должен твердо отстаивать свои взгляды. Показал мне, как можно разделять эти взгляды. Показал, как можно поддерживать людей. Показал, как можно бороться за справедливость. Ты олицетворил